Всем привет, и сегодня мы будем играть в Brawl Stars. И я вам покажу, какие есть игроки. Вот, у меня Шелли, Нита, Брок, Эл Приму, Барли, Поко, Джесси, 8 Бита, Дарил, Джеки и Бо. Это пока что все игроки. И я себе пока что коплю. О, день 13. Ну, я выберу... Какую мне выбрать? Напишите в комментариях, какая лучше. Я сейчас выберу. Напишите в комментариях, я выберу, какая лучше. Ну, я выберу вот эту. Так. Угу. Квест. Какие у меня появились квесты? О, новая куча квестов. Окей. Что в магазине бесплатно? Класс. Окей. За какого мне игрока поиграть? Я думаю, я сейчас выберу 8 бита. Ну что ж, будем играть. Напишите в комментариях, в какую игру мне нужно поиграть обязательно из этих игр, чтобы я мог поиграть. Ну, пока что я поиграю в нокаут. Да, пошлите. Очень нравится, когда заходишь, такая прикольная песенка. Если что, мы не гнем ватерки. Так, вата. Если вы знаете, то ставьте лайк. А если вы не знаете, то подписывайтесь, потому что это очень классная штука. Так. Если кто-то тут дизлайкер, то их нужно просто валить по полу. Угу. Еще потом для новичков я могу рассказать, как именно играется в эту игру Браво. После этого раунда я для новичков все расскажу. Yes. Ну что ж. Сейчас расскажу для новичков. О, подождите, это очень классно. Let's go. Окей, что мне нужно? Сейчас расскажу для новичков, как играть в Браво. Например, вы только скачали, а вот тут у вас будет немного игр. Скорее всего, у вас будет только Шазам. Да. Потом, как играть с друзьями? Я нажимаю кнопочку. Потом, settings. Тут все показывают. С друзьями, конечно, нажимаю friends. Вот тут вот написано friends. Или вот тут можно добавлять. Тут показывает, кто играет, кто не играет. Пока что никто не играет, поэтому я не могу никого пригласить. Вот тут разные поинты показывают, ты получаешь. Тут бравлеры, которые ты есть. Если тут показывает типа такое зелененькое, это можно прокачать. Вот тут ты будешь копить. И когда ты уже дойдешь до правильного момента, то потом уже можно будет... Ну, когда у тебя дойдет до этого момента, то можно уже, да,
Да. Да, потом можно будет уже так игроки много будет появляться. И будет очень классно. Ну что? Чтобы начать игру, выберите тут, ну, конечно же, выберите игрока. Потом, когда хотите начать игру, нажимайте play. Когда нажали play, оно будет грузиться, сколько игроков наберется. Например, представьте, вы выбрали новую карту, вы уже дошли, когда у вас есть много разных игр. Чтобы тогда поиграть, вам нужно будет... Чтобы идти вперед, вот это вот разное. Там оно тоже иногда рассказывает. Нажимать оно просто будет по непонятному гулять, просто по непонятному месяцу. А если вот так вот направлять, то оно будет сразу тебя выпустить. Когда тут вокруг желтенько наберется, это называется ульта. Когда вы нажимаете, у каждого игрока есть разные ульта. Там вот там, например, кто-то так не стреляет, вот такое. В этом случае тут у меня ульта, она может только мне дает силы и делает меня сильнее. Вот тут показывает, сколько у меня. Пока что я остался в нашей команде. И точно такой же 8 бита в этой команде тоже остался. Только он был лучше. У него, во-первых, была ульта, и у него есть гаджеты. Гаджеты, это тут зелененькая такая штучка, я потом на другом игроке покажу, но на 8 бита нету гаджета. Я потом на другом игроке покажу, как гаджеты выглядят. Ну, до гаджетов еще нужно дойти, поэтому если вы только начинаете играть, то у вас гаджетов, скорее всего, еще не будет. Меня выбили, нужно было отойти. Мы сейчас выиграем, мы должны выиграть. Это 8 бита на их команде. Просто легендарный, потому что он, ну, он посильно бьет. Мы всего лишь сыграем 2 раунда в нокаут. И потом этот раз мы сыграем, может быть, гендра. Жаль, мы проиграли, да. Ну что ж. Сейчас мы поиграем в Гембера, и это будет наша последняя игра. Досмотрите на моем канале следующее видео. Я все же не могу сейчас сыграть, но на следующем видео я сыграю в Гембера. Ну что ж, тогда увидимся в следующем видео. Всем пока-пока. Подписывайтесь и ставьте лайки.